Мяттинен. Оставляет партнеру 1-0 нефтехимик Микаэль Рохума. Ну вот все-таки финские нападающие свое слово сказали. Мяттинен на скорости вошел в зону, поехал в защитника, шайбу оставил партнеру, и у того была возможность атаковать точно. И здесь именно что надо атаковать точно. Да? Ну, потому что, ну, не самая убойная позиция была у Микаэля Рохума. 7-й гол его и 30-е набранное очко в этом сезоне. А у Мяттинена, соответственно, 10-я голевая передача и 24 балла.